9 водозаборных узлов будут модернизированы на территории Щелковского района в 2018 году. Это позволит обеспечить качественным ресурсом более 27 тысяч жителей. Реализацию программы «Чистая вода», а также многие другие актуальные темы обсудили на очередном совещании с главами поселений Щелковского района. Глава Щелковского района отметил программу «Чистая вода» как один из приоритетов в работе. Благодарен и Министерству жилищно-коммунального хозяйства, и нашему ЖКХ района, и, соответственно, водоканалу о том, что они вот именно такое количество ВЗУ включили в программу для того, чтобы снять проблему с тех ВЗУ, где вот-вот как бы наступит кризисная ситуация в плане поставки качественного нормативного водоснабжения. Особое внимание уделяется и ходу строительства моста через реку Клязьма в районе улицы Фабричная. Новый объект транспортной инфраструктуры призван снизить объем трафика на центральных улицах города. В июле планируется установка первой опоры. Строительство моста и подъездных путей будет завершено в конце 2019 года. Далее по плану строительство второго этапа маловосточного объезда, дороги от улицы Заречной до микрорайона ТП. Порядка 650 тысяч квадратных метров дорожного полотна планируют отремонтировать в Щелковском районе в этом году. Активно продвигаются работы в городе Щелково. Из 11 объектов выполнено 4. В работе улицы Сиреневая и Заречная выполнены Ленина, Гагарина, 2 участка Жуковского. Обсудили на совещании развитие и другой не менее значимой части транспортной инфраструктуры – парковочного пространства. В этом году на основании рекомендаций жителей обустроим 11 площадок для парковки автомобилей. Они будут расположены рядом с железнодорожными станциями Чкаловская, Осеево, Воронок, Щелково, Соколовская и Гагаринская. Также актуальной и традиционной для летнего периода темой стала борьба с борщевиком. Как было отмечено на совещании, в нескольких поселениях уже приступили к этой работе. В 2018 году планируется комплекс мероприятий для уничтожения вредоносного растения. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».